Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Крупнейшие заводы региона увеличили свою прибыль и не опубликовали бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Как пишет «Навигатор», многие крупные предприятия улучшили свои финансовые результаты. Так, прибыль завода «Лепси» выросла на 10 миллионов рублей и составила 300 миллионов за прошлый год. 130 миллионов заработал завод «ЦМ», при этом предприятие показало существенный рост на 50 миллионов по сравнению с позапрошлым годом. И впервые за последние 6 лет прибыль предприятия превысила 100 миллионов рублей. Порядка тех же 130 миллионов заработал «Искош», рост 45 миллионов рублей. А вот на заводе «Маяк» значительное сокращение прибыли. С 400 миллионов она упала до 280. Программа «Экономика». Лесные аукционы принесли казне более 100 миллионов рублей. Такая цифра получена с начала года, сообщили в областном правительстве. В целом, по данным на 15 мая, поступившая в областной бюджет плата за использование лесов выросла по сравнению с 2016 годом на 73%. По итогам года лесной комплекс должен принести в областной бюджет не менее 1 миллиарда рублей, и это в 3 с лишним раза больше, чем в 2016 году. Экономика на 101 FM. На госзакупках сэкономили 42 миллиона. Итоги за 4 месяца подвел Минфин. За это время прошло 600 аукционов и других конкурсных процедур. На товары и услуги было выделено 377 миллионов рублей. Сумма же, предложенная победителями, составила 314 миллионов. В среднем на каждый аукцион было по 4 заявки. Поставщики, которые выигрывают контракты, в основном из Кировской области. Им досталось 80% средств. 6% получили компании из Чувашии, 4% из Свердловской области. Области 3% из Самарской. В завершение о валютах: доллар сегодня 56.50, евро стоит 63 рубля 17 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.